друзья, в этом видео вы узнаете анонс и точную дату выхода 223 серии турецкого сериала «Клятва». 223 серия выйдет на экраны Турции 8 апреля. В русской озвучке она будет доступна через несколько дней. В анонсе 223 серии турецкого сериала «Клятва» мы видим, что Эмир говорит Рейхан о том, что няня для их ребенка должна будет владеть как минимум двумя языками. Рейхан сильно возмутилась тем, что Эмир собирается доверить своего ребенка какой-то неизвестной женщине. Она сама собиралась заниматься его воспитанием. В их спор вмешалась Джавидан и сказала о том, что не надо строить мечты о ребенке, который еще не успел появиться на свет. Эмир был возмущен этими словами и спросил у своей матери, что это значит. Когда Джимре узнала о том, что Рейхан ждет ребенка от Эмира, которого она до сих пор любит, то пришла в ярость. Она дает слово, что Рейхан ей за это заплатит. После того, как Нарин и Кемаля развели, то девушка должна была покинуть их дом. Масал не хочет отпускать Нарин, ведь она успела к ней сильно привязаться. Нарин сказала Масал, что она всегда будет с ней рядом в те моменты, когда девочке будет нужна ее помощь. Кемалю сложно наблюдать за этим, но он остается непокорным в своем принятом решении. На прощание Нарил сказала Масал, что очень сильно любит ее и никогда не бросит, что бы ни произошло. В этот момент в клинике должны были пройти проверку документы Рейхан, и когда Эмир разговаривал по телефону, то его супруга сразу же поняла, что случилось что-то нехорошее. Не забываем ставить палец вверх, подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, для того, чтобы первыми смотреть наш выпуск. А также пишите комментарии, что вы думаете об этой серии и в общем об сериале. До скорой встречи, не болейте!